Здравствуйте, дорогие друзья! Люби все возрасты покорны, верно? Кто-то понимает эту фразу, возможно, несколько буквальнее, чем хотелось бы. С другой стороны, кто мы такие, чтобы осуждать? Лучше давайте ознакомимся с историей Валентины Подвербной, которая в 75 лет воспитывает 10-летнюю дочь. В этой истории есть всю любовь, отвага, смелость, драма. Валентина из Чернигова стала звездой телевидения после того, как журналисты узнали ее маленькую особенность. Она стала мамой в 65 лет. На самом деле ребенок стал для Валентины спасением. После того, как она лишилась мамы, у нее не осталось никого. Оба ее мужа давно ушли с ее жизненного пути, поэтому она отважилась на невероятно рискованную, но желанную процедуру ЭКО. Сэкономив на всем и заработав необходимую сумму, она отправилась в больницу, где и свершилось чудо. Однако история не совсем радужная. Несколько раз ее видели на улице, просящую мелочь вместе с ребенком и всю. Затем ее позвали на шоу «Один за всех», где начался хаос. Ее решили лишить родительских прав. Сама она жаловалась на то, что она не может пойти в садик из-за того, что ее не пускали сидеть вместе с ней. Неизвестно, что было после, но журналисты снова вышли на ее след и выяснили, что девочка хорошо учится в обычной школе, дома у семьи порядок и чистота, живут благополучно и здорово. Все очень странно, но как еще может быть в истории, где первенец рождается в 65 лет? Пожелаем ей удачи и семейного счастья, которого она так долго ждала. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр!